Перед началом обсуждения рабочих вопросов текущей недели первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов зачитал и вручил благодарственное письмо от имени главы города Зайнудина Акмазова, адресованное председателю квартального участка номер 25 Булатхану Гаджимурадову за активную общественную работу и многолетний добросовестный труд. Затем Бадыр Ахмедов предоставил слово руководителям коммунальных служб доложить о проводимых мероприятиях по благоустройству городских улиц и подготовке к осенне-зимнему периоду. Значит, уровень подготовленности на сегодняшний день по представленным отчетам, справкам, все, и эта информация передана Минстрою Республики Дагестан, составляет от 10 до 20% в зависимости от отрасли. Программа «Муниципальная среда» городского округа Хасавюрт находится на этапе по заключению контрактов. Соответственно, будет извещение о проведении электронных аукционов, на проведение работ по благоустройству придворовых и общественных территорий. Также Султанпаша Саидов рассказал, что начата работа по ремонту ливневой канализации протяженностью от районного отдела МВД до реки Акташ, благодаря чему стоки, поступающие с верхних поселков, в дальнейшем не будут затапливать микрорайон воинов-интернационалистов и поселок Баматбекюрт. Далее слово было предоставлено начальнику финансового управления Магомеду Шахвиледову. По поступлениям налогов доходов у нас за 6 месяцев, я уже докладывал, за 7 месяцев у нас на 107% исполнение идет. Но до конца месяца, за 7 месяцев где-то 120% будет. Но это максимально. Единственная проблема у нас на сегодняшний день финансирование по дотациям май-июнь с республики нету. Отпускные по школам и по дошкольным учреждениям тоже не было. В своих выступлениях представители организации Горводоканала и Электросети отметили, что на ближайшее время составлен план работы и по нему проводятся необходимые мероприятия. По завершению обсуждения рабочих вопросов с обращением ко всем присутствующим в зале выступил председатель Совета ветеранов отдела Министерства внутренних дел России по городу Хасавюрт Зайбудин Амаров. Речь идет о благотворительном фонде «Меценат». 4 года работает этот фонд. Мы, как говорится, программировали на всю страну, положительный смысл этого слова. Друзья мои, значит, у нас финансовые средства на исполнение. Мы решили так. Это не навязчивое предложение, друзья. В четверг, 2 часа дня, послезавтра, то есть, пригласив всех руководителей организаций, коммерческих структур, вот, и детально обсудить вопрос. 3 года тому назад мы провели один марафон. То есть, о чем речь идет? Речь идет о том, значит, об оказании материальной помощи и пополнить, значит, наши средства. Иначе, значит, вопрос стал о закрытии этого фонда. Потому что мэр города и руководители города, все команда сказали, что этот фонд должен работать. По итогам всех выступлений первым заместителем главы администрации Бадыром Ахмедовым были поставлены задачи перед всеми коммунальными службами составить график работы на ближайший период и провести необходимые мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду. Сарема Хайбулаева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».